Вот купается, смотрите. Где? Вот смотрите, купается, вот смотрите. Какое имеет право? Вот именно. По словам автора видео, придомовой бассейн решили сделать исключительно для детей. Взрослым купаться запрещено. Один из жильцов запрет проигнорировал и устроил дебош. Я купил этот дом. У нас во дворе дома, улица Панфилова, дом 188/2, живет житель, который является сотрудником службы ГКНБ, Асангазиев Ильяс. Он запугивает весь двор своими служебными полномочиями и угрожает жителям, что всех посадит. Он не реагирует на жителей, перелезает через забор бассейна и плавает. Вчера Асангазиев в очередной раз, находясь в нетрезвом состоянии, перелез через забор, сломал шезлонг на территории бассейна, ругался матом и распивал спиртные напитки. Неужели, если он сотрудник ГКНБ, ему дозволено все? Ильяс Асангазиев действительно оказался сотрудником спецслужб в органах нацбезопасности с 2011 года. Такое поведение в ГКНБ терпеть не стали. В итоге купание в бассейне обернулось увольнением. Удостоверение не махал. Зачем мне удостоверение? Я в футболке, в шортах вышел, чтобы покупаться просто. Была бы песочница или там лягушатник, там говорится, полметра, да, там 60 сантиметров, да. Я бы тогда, да, я сказал бы, да, я не прав, да. Но я до сегодняшнего дня, я говорю, что я имею право, потому что я житель этого дома. Потому что 1,70 м глубиной, это бассейн, он никаким стандартом не может для детей, да, построен. Бассейн действительно в рост взрослого человека. Это подтверждают и подрядчики, строившие плавательный водоем. Бассейн строился и для детей, и для взрослых. Как вообще это взрослый бассейн, и наоборот, детям даже без присутствия взрослых нельзя здесь купаться. По словам Ильяса Асангазиева, соседи, снявшие видео, работают в правоохранительных органах. И это не первая ссора. Связаться со второй стороной конфликта нам не удалось. Телеканал «Апрель» вас беспокоит? Хозяйки дома нету, подойдите попозже, пожалуйста. Местные жители после инцидента провели повторное собрание и назначили ответственного по бассейну. Водоем сейчас закрыт для купания. Многие люди, я не знаю, были поставлены или не были поставлены в курс, что бассейн только для детей. Насчет этого не все знают. Я, допустим, тоже не знал, что бассейн только для детей. Нет, хотя он предназначается, глубина 1,50 м. Для детей это очень большая глубина, 1,50 м. И поэтому только с баллончиками и только сопровождением взрослых здесь должны дети купаться. В доме около 700 квартир. Заселен он пока только наполовину. Когда въедут все, вопросы с бассейном поднимут снова. На пересмотр своего вопроса надеется и уволенный чекист. Марат Ахматов, Хубан Ачбекмамытов, телеканал «Апрель».